Четвери, бро, меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Лунтика. Этот эпизод я нашел на главном канале Лунтика. То, что происходило дальше, меня шокировало. Эту серию нигде не показывали, и это было страшно. Серия началась с того, что к Лунтику подошел Кузя и странно поздоровался с ним. Кузя был очень бледный, не такой, как всегда. Его глаза были налиты кровью. Вдруг из ниоткуда появился еще один Кузя. Он был еще страшнее, чем первый. Это был его клон. Я испугался и сразу заподозрил, что что-то здесь не так. Лунтик упал и чуть не потерял сознание, а кузнечики над этим лишь смеялись. Лунтик начал сходить с ума, вот смеялся без причины истерическим смехом. Кузнечики ушли, а Лунтик все еще сходил с ума. На этом моменте начались помехи. После помех показано, как Кузя и его клон пошли разыгрывать гусениц. Оригинальный Кузя подпрыгнул к Пупсиню, а потом и его клон. Пупси ничего не понимал. Пока он оборачивался, оригинальный Кузя убежал. Начались помехи. Посреди помех было видно 25-й кадр, где вы скаковали страшные надписи. На замедленном этапе вы это увидите. После показанного, как Кузя и его клон разыгрывали бедного Вупсиня, на это было жутко смотреть. Они по очереди здоровались с ним. Вупсин сходил с ума. После они начали пугать обоих гусениц. Гусеницы очень испугались. От такого нервного взрыва и страха у них разорвались сердца. После этого были помехи. После помех показано, как дед Шерил, Корней Корнеевич несут два гроба. Там были гусеницы. Вупсин и Пупсин. После их опускали в ямы и закапывали. Картинка была очень потертая и криповая, и очень-очень жуткая. К сожалению, я не могу вам этого показать, потому что YouTube это не пропустит. Но поверьте мне, это было жутко устрашающе. Ни один потерянный эпизод не сравнится с этим. На это все. С того бы Сергей Онис, поставь лайк, тебе это всего до 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.